Меня зовут Бекер Илья, мне 23 года. Я родился и вырос в городе Барнаул Алтайского края. В настоящее время состою в должности следователя отделения по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории города Ноябрьска. Окончил Уфимский юридический институт МВД России в прошлом году. Мой брат и дядя многое мне рассказывали, что в городе очень многое делается для молодежи, есть различные центры досуга, в целом есть на что посмотреть и как провести время. В частности, в этом спортивном комплексе я занимаюсь волейболом, так как люблю этот вид спорта с детства. Что примечательно, в городе очень многое делается для развития молодежного спорта. Это включает в себя постройку и снабжение большого количества спортивных комплексов, центров, детских игровых площадок. Что касается культурного времяпрепровождения и досуга, на Ямале существует своя изюминка. С этим я познакомился вплотную, так как мне недавно довелось осуществлять охрану общественного порядка на дне оленевода, и я был удивлен масштабностью и разнообразием празднования. Кроме того, не может не радовать природа Ямала, в частности, большое количество водоемов вокруг города, так как я являюсь большим поклонником рыбалки и охоты и регулярно стараюсь проводить время на природе. Ранее неоднократно слышал о том, что власти округа привлекают и поддерживают молодых специалистов, и уже по прибытии сюда всецело в этом убедился. В связи с этим желаю продолжить нести службу именно в городе Ноябрьске и пустить здесь корни.